Добрый день, дорогие друзья. На обзоре у нас замечательный, прекрасный караван на две стороны LD Savanta 2001 года, британец, с газоэлектрическим бойлером, газоэлектрическим отоплением. Как я уже сказал, салон на две стороны. В задней части прицепа организована спальная зона. Могут разместиться до трех человек. И классический диван в передней части, трансформирующийся также в спальную зону. Хорошие длинные варианты, можно прилечь не разбирая. Оснащен данный прицеп проточным бойлером Трума на 10 литров. Для, скажем так, уже чуть-чуть разбирающихся людей в прицепах это сразу заметно по вот такой вот крышке транспортной снаружи. В принципе, в прицеп можно по комплектации определить всегда снаружи. Давайте по традиции посмотрим. Так, цепная головка Алка, объединенный в 13 пин разъем, дает возможность зарядки собственного аккумулятора, дает возможность работы от 12 вольт холодильника и, конечно же, при кратковременных остановках от вашего тягача может использоваться питание для освещения. Багажник с слоеным фанерным полом, два газовых баллона. Здесь у нас еще лежит коннектор с погружным насосом 12-вольтовым. Он используется для того, чтобы можно было пользоваться водой. Тент-палатка с любой вес сторон. Особенность британских прицепов. Для этого есть закладная с любой из частей прицепа. Итак, по правой стороне вентиляционный клапан, доступ к кассете туалетной. Вот он. Сегодня морозит десяточка, поэтому ничего во пластику не дергаем. Место подключения насоса помпы. И вот она как раз транспортная крышка для бойлера газоэлектрического. В данном случае это, конечно же, газовая часть. Она приток и выхлоп при использовании бойлера от газа. Ну и, конечно же, ее обязательно снимать, потому как он просто банально не заведется. Ему нельзя будет взять воздуха для того, чтобы началось горение. Так, тент-палатка со стороны входа, безусловно, имеет место быть. Можно сюда ее спокойно поставить. Для этого есть закладная. По правой стороне у нас расположился здесь в передней левом углу место для установки собственного аккумулятора, вход электричества, всяческие коннекторы. Это розетки для уличных палаток. Вот это у нас трубка для газового гриля. Это особенности использования именно в Британии. Но скажем так, что для тех, кому не сильно важна история с огнем возле прицепа, газовый гриль, ну, наверное, это безопасно и в какой-то мере может быть немножко чище. Вентиляционная решетка холодильника, нижняя для доступа к газовой форсунке, верхняя для электрической части и выхлопа при использовании прицепа от использования холодильника от газа. Так, ну давайте посмотрим на прицеп внутри. Классическая, абсолютно классическая компоновка, классические фасады для прицепа из Британии. То есть здесь у нас прямые фасады с использованием МДФа и дерева. Они легенькие, ничего в нем такого массивно-критичного нету. Очень хорошее состояние стыка потолка и боковой панели. Можем в любой абсолютно заглянуть ящичек и увидеть, что здесь все как положено, штатно, с завода, никакого колхоза, никакого герметика и так далее и тому подобное. Вот они, классические диваны. Я убрал стол, чтобы он мне не мешал проходить, потому что я хочу поднять диван и показать вам, скажем так, то, что необходимо. Это, конечно же, вот эта вся история. Вот они бойлеры, вот они всяческие коннекторы. Классический опять вариант с уголком пункта управления космическим кораблем. Здесь у нас 12 вольт, активация насоса помпы, 220 предохранитель для
работы с отопителем от электричества. Ну, в данном случае у нас есть 220, мы можем включить. Здесь включение бойлера от газа. Вот он сразу же, он попытался и сразу же ушел в блокаду, потому что вот его корректная работа. Он без воды, ну и, соответственно, без газа. Отклик шикарный. Вот это включение бойлера от электричества 220 вольт. В данном случае он будет работать только по термостату и греть воду, по-моему, до 70 градусов. Смешение у вас воды происходит в смесителе, которыми оснащены прицепы. Это, ну, скажем так, никакого там правила, какого-то там особенного использования воды в прицепе нет. То есть он также смешивается, все как положено. Вот, и вы получаете уже из крана то, что вы хотите по температуре. Так, достаточно широкий шкаф. Тут есть у нас канистра для чистой воды подкатная. Перекладинка для плечиков верхней одежды. Смотрите, прекраснейшее состояние. Топимся мы отопителем Трума Ультра Хат, газовая часть с механическим пьезоподжигом, ну и, конечно же, есть раздув. Интегрированная кухня представляет из себя вот такой каскад. Это плита на 4 конфорки с газовым грилем, с газовой духовкой, раковина из нержавеющей стали, еще один насос почему-то, может быть запасной, может быть просто нужный. Организация хранения столовых приборов. Есть вот такой вот холодильник Electrolux, он с большой морозильной камерой и работает от электричества, газа и 12 вольт при условии наличия подключения по 13-пиновому разъему, что в принципе сейчас у нас и сделано с нашим тягачом. Есть рабочий свет, есть вот такие вот органайзеры для хранения уже чистой сухой посуды. Ну, здесь, как правило, все классически. То есть хороший подход. Немножечко, видите, тут расширена сама зона. И благодаря этому уже подход к кухне достаточно удобный. Ну и спальная зона в хвосте прицепа. Задняя комната, вторая комната, как ее удобно назвать. То есть это диваны, стоящие друг напротив друга. Откидная полка верхнего яруса. Нижняя часть также трансформируется полутораспальную кровать. То есть, в принципе, здесь можно разместить либо двух худого и тонкого и широкого человека, либо трех детей здесь абсолютно спокойно. При этом есть, конечно же, вот такая вот в стопоре у нас. Они транспортные штучки. Такие. Так, все у нас на магнитных. Еще магниты сделаны. И вот таким вот образом спальная комната закрывается. И понятно, что это не вакуум, и воздух и звук все равно проходит, но тем не менее, с условием того, что это проходная часть, если кто-то отдыхает, прикрыться и, в принципе, никому не мешать. Ну и транспортное положение. Магниты плюс вот эти вот специальные фиксаторы. Банально простые, но надежные. В одном из предыдущих видео я говорил, что при буксировке прицепа легковым автомобилем просматриваемость заднего окна напротив переднего — это не что иное, как ваша безопасность. И при буксировке прицепа, если вы можете просматривать зеркало заднего вида салонное, это огромный плюс. Это мой личный опыт, скажем так, еще с тех времен, когда мы ездили за этими прицепами самостоятельно, и не было такого потока. То есть даже уже, скажем так, с накопителя где-то недалеко от России, когда забирал прицеп, обязательно хотел, чтобы вот такая вот просвечиваемость была. У нас был различные были у нас тягачи, был и Дастер, и Прадик, и в принципе, ну, даже вот Посад. Если немножко опустить, то видите, салонное зеркало как раз будет проходить по этому уровню, и это шикарно видно. Так, это опять же отвлеклись, но имеет место быть такая поправка.
Далее, есть у нас комбинированная зона санузла. Здесь классический механический унитаз, классическая раковина для умывания плюс телескопический душ. Ну вот для него стоечка. Ну и всяческие пластиковые полочки и организация хранения мыльно-рыльных и всяческих принадлежностей для вашего комфорта. Итак, LG Savanta, 2001 год. Стоимость данного прицепа будет указана на сайте autochoicepskov.ru. Продублируется информация в инстаграме у Юрия Autochoicepskov, ну и на нашем канале на ютубе, где мы рассказываем вам о прицепах. Благодарю вас за ваш просмотр, обратную связь, до новых обзоров и встречу нас на площадке.